Доброго дня, шановні колеги та шановні читачі сайту «Обозріватель». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції в «Обозрівателі» на тему «Доля основних світових валют – долара і євро». Сьогодні про неї розкажуть виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, а також фінансовий експерт, заслужений економіст України Віктор Суслов. Як ви знаєте, минулого тижня в Брюсселі завершився саміт лідерів країн Євросоюзу. Головна тема, що обговорювалася на цьому заході, як врятувати Грецію від дефолту та звести до мінімуму ризики щодо головної валюти Євросоюзу – євро. Як відомо, на саміті було прийнято рішення про виділення Греції допомоги у сумі 159 мільярдів євро строком на 3 роки, на дуже вигідних умовах. Кошти надані Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом. Перше запитання до наших шановних гостей. Чи означають ці заходи, що євро сьогодні нічого не загрожує? Будь ласка. Добрый день. И прежде всего я хотел бы сказать, что мало говорить в таком контексте только про евро, потому что в реальности ситуация не так хороша не только с евро, а в общем-то и с другими важными валютами, в том числе и долларом Соединенных Штатов Америки. Это еще раз подтверждает те опасения, которые мы уже высказывали несколько месяцев тому назад по поводу того, что ситуация явно нестабильна. И год назад, когда мы говорили по поводу того, что в мире идут и валютные войны, и волатильность, которую мы будем видеть в курсах валют, будет сохраняться в ближайшие годы достаточно высокой, то есть амплитуда колебаний курсовая будет достаточно высокая. Соответственно, учитывая возможности колебания основных валют, в том числе евро-доллар, мы будем с вами видеть резкие колебания по гривне, поскольку де-факто гривна привязана к доллару Соединенных Штатов Америки. Первые признаки возможных колебаний мы уже видим с вами сейчас. Мы видим изменение курса евро по отношению к гривне. Будем в ближайшее время наблюдать такую достаточно высокую волатильность. Что касается, в принципе, еще раз общей такой картины, то две стороны игроков. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются увеличить возможный потолок для своего государственного долга со 14 триллионов долларов на 2 триллиона, если это будет возможно. Похоже, что идет такая достаточно серьезная полемика внутри Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. При любом раскладе до 2 августа решение в Штатах должно быть принято. В противном случае не совсем понятно, как Соединенные Штаты Америки будут обслуживать свой долг, который достаточно большой, и только в августе им потребуется порядка 400 миллиардов для того, чтобы продолжать обслуживать свой государственный долг. То есть ситуация в Штатах тоже не очень хороша. Мы помним, что фискальный дефицит в Штатах составляет порядка 10%. Тоже правда, что по Конституции Соединенных Штатов Америки они обязаны, прописано в Конституции, в поправках Конституции по поводу того, что они обязаны обслуживать свои внешние долги и вообще свои долги. Тоже правда, что ситуация в Штатах усложняется тем, что в 2012 году будут выборы. От этого тоже зависит вся игра между демократами и республиканцами по поводу того, как урегулировать ситуацию. Это тоже означает, что мы будем с вами видеть волатильность по доллару достаточно большую в ближайший год как минимум. Тоже правда, что... Как мы видим ситуацию в Международном фонде Блейзера сейчас, мы думаем, что несмотря на вот эту игру, которая есть между республиканцами и демократами в Штатах, мы думаем, что так или иначе будут в крайнем случае приняты меры по временному увеличению возможности финансирования дефицита государственного, дефицита бюджета за счет внешних заимствований. Это может сказаться, эта временная задержка может сказаться на курсе долларов в краткосрочной перспективе. Однако в среднесрочной перспективе мы думаем, что ситуация будет так или иначе разрешена. Не забывайте, что во всем мире ходит огромное количество долговых расписок Соединенных Штатов Америки, и снижение рейтинга госрасписок Министерства финансов США, скажем, даже аутлука, например, со стабильного на негативный или, например, с AAA на AA, будет означать резкое увеличение заимствований
по долгам Соединенных Штатов Америки. Что касается Европейского Союза, то да, действительно, сейчас обсуждается достаточно массированно Греция. Последние события, которые происходили по встрече министров финансов Европейского Союза, похоже, было принято достаточно много позитивных решений. Они были в основном все предсказуемы. Предсказуемы в том, что, в общем-то, копируется опыт так называемых Брэди-бондов, которые раньше выпускались в Латинской Америке. Мексика достаточно активно это выпускала, когда пытается реструктуризировать долги, переложить часть ответственности на частный сектор и пытаться всех остальных платить по тем долгам, которые были сделаны в свое время в Греции. Ситуация в Греции явно нестабильна, может ухудшаться, но Греция не одна страна, которая испытывает эти проблемы. Аналогичные проблемы, скорее всего, мы будем с вами наблюдать и в Португалии, и в Ирландии. В общем-то, на встрече министра финансов говорилось по поводу этих группы стран, трех стран с основным упором именно на Грецию. Вместе с тем говорилось и по поводу Испании, не Италию, у которых дела тоже обстоят достаточно плохо, большие дефициты государственного бюджета, с одной стороны, а с другой стороны, большие государственные долги. И необходимость финансирования дефицита государственного бюджета означает и необходимость новых заимствований, что негативно сказывается на экономике. Все это в целом повлияет очень негативно на перспективы экономического роста мирового. Мы тоже раньше заявляли по поводу того, что перспективы экономического роста мирового ухудшаются. Скорее всего, Европа будет показывать очень незначительный рост, при этом периферийные страны Евросоюза будут показывать серьезное падение. Плохо обстоит дело с экономическим ростом в Японии. Похоже, экономика Китая перегрета, Индия тоже перегрета, будут пытаться вводить монетарные жесткие меры для того, чтобы снизить возможности перегрева экономики и давления инфляционного, что тоже может негативно сказаться на мировом росте, а соответственно и на нашем собственном росте. Не забывайте, что Украина — это 50% ВВП, получаемого за счет экспорта. Очевидно, если плохо обстоят дела на мировых рынках, то ситуация в Украине может тоже развиваться достаточно негативно. Что делает Греция сейчас? Они вводят достаточно много непопулярных мер, такие, которые даже было бы сложно ввести во многих и других странах. Вот почему поддержка населения равняется практически нулю. Номинальная заработная плата, согласно вот этих договоренностей, которые есть, будет снижена в госсекторе в Греции на 15%, заработная плата на предприятиях государственных будет урезана на 30%, номинальная, нереальная, номинальная. Рабочая неделя увеличивается, то, что много говорили греки, как одно из достижений, достигнутых ими ранее, с 37,5 часов до 40 часов. Сокращается на 150 тысяч количество занятых в государственном секторе. На каждые 10 человек, уходящих на пенсию из госсектора, можно будет брать на работу только одного человека. Это означает, что уровень безработицы в стране будет увеличиваться, где он и так достаточно большой. Предусматривается сокращение операционных расходов госсектора на 7%. Огромное количество слияний и поглощений государственного аппарата. Финансирование Министерства обороны Греции урезается на колоссальную сумму по ихнему бюджету на 200 миллионов евро и на 333 миллиона евро каждый последующий год после 2011 года. Бюджет Минздрава урезается в Греции на 310 миллионов евро в 2012 году и дальше будет продолжать уменьшаться на 1,8 миллиарда евро на протяжении 2012-2015 годов. Финансирование новых инфраструктурных проектов, дорог и так далее, строительство будет сокращено на 850 миллионов евро уже в этом году. Будут снижены колоссально дотации местным органам власти, затраты на образование будут тоже пытаться снижать, 2000 школ по Греции будет уже закрыто. Общие расходы на социальную защиту снижаются на 1,1 миллиарда евро. Греция увеличивает пенсионный возраст резко до 65 лет, увеличивает необходимый стаж для того, чтобы можно было для всех и женщин и мужчин, увеличивает тот стаж рабочий, который необходимо иметь для того, чтобы вообще можно было выйти на пенсию до 40 лет. Пенсионеры с высоким уровнем доходов, который оценен выше, чем минимальный прожиточный уровень, будут платить 10% налог, что является вообще нонсенсом для Евросоюза и для Еврозоны. Правительство активизирует работу по борьбе с теневой экономикой. Достаточно массивные планы приватизации. Сложно точно говорить о том, как происходит сейчас в цифрах
что происходит сейчас в Греции, потому что, кстати, сказать оценки по Греции насчет финансовой помощи, необходимости финансовой помощи, которую они получают от Евросоюза, Международного валютного фонда, оценивается по-разному. Так мы с вами знаем, что, в общем-то, Греции 22 августа было принято решение дать 109 миллиардов долларов от Евросоюза. Кстати, была моментальная реакция на европейских площадках и на американской площадке курсовых. Евро укрепился с 1,4 до 1,45 евро-доллар, пара евро-доллар. Впервые переложена ответственность на частных инвесторов, 37 миллиардов долларов частные инвесторы должны будут на 30 лет продлить долги на 37 миллиардов евро. Частным инвесторам предложено 4 опции по обслуживанию государственного долга Греции. 3 опции – это фактически обмен бондов, и 1 опция – это продление долга, так называемая реструктуризация. В дополнение дано 12,6 миллиарда долларов частные кредиторы, которые должны будут согласиться продать свои государственные расписки греческие по невыгодному для них курсу, сейчас отдать обратно грекам. Программа предусматривает снижение стоимости греческих обязательств на 21%. Фактически для Греции закрыты мировые рынки заимствования капиталов. Нигде больше, как внутри Евросоюза, они не могут получить. Но в Украине составляет 40% ВВП. Это критическое значение по многим параметрам. В 5 из 10 случаях страны с развивающейся экономикой объявляли дефолт при уровне такого долга. Это не значит, что Украина объявит, конечно, дефолт, потому что если сравнить ситуацию в Украине, она в разы лучше, чем ситуация в еврозоне, и в разы лучше, чем ситуация в Соединенных Штатах Америки. Но это критическое значение, за которым необходимо смотреть. Ситуация в Греции является сигналом, предостережением о том, что бесконтрольный рост государственного долга ставит под серьезную угрозу не только перспективы развития экономики, но и социально-политическую стабильность в стране, что очень хорошо демонстрирует сейчас Греция и в скором времени продемонстрирует Португалия, скорее всего, потом Испания и Италия. Уроки Греции должны быть использованы в Украине для получения правительством более широкой поддержки со стороны населения на ту часть непопулярных реформ, которые они проводят, например, поднятие пенсионного возраста, повышение тарифов на газ, вынужденные непопулярные меры, но которые, к сожалению, необходимо проводить для того, чтобы сбалансировать ситуацию и не допустить такого плана экономического коллапса, который мы видим сейчас в еврозоне. Опыт Греции также говорит о том, что МВФ играет достаточно важную роль в оказании финансовой и экспертной поддержки в реформировании экономики страны. И тоже важный момент, который может быть уроком для Украины, показывает то, что проблемы Греции, такие как затягивание с проведением необходимых реформ, пусть и непопулярных, могут негативно сказываться на перспективах экономического роста страны. В общем-то, еще раз подытоживая, ситуация в еврозоне достаточно угрожающая. Ситуация в Соединенных Штатах Америки тоже, похоже, не очень-то стабильна, но есть масса сигналов о том, что она будет разрешена. Ситуация для Украины на мировых площадках складывается негативным образом. Вопрос продолжать реформирование экономики страны для того, чтобы избежать подобного рода негативного влияния со стороны мировой экономики на экономику Украины. В общем-то, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Дякую, Виктор Иванович, пожалуйста. Да. Так, но я уже не буду останавливаться на анализе кризиса в Евросоюзе. Олег Устенко очень детально изложил. Вот мне нравится постановка вопроса организаторами конференции «Судьба основных мировых валют». Доллара и евро, да. На эту тему, конечно, написаны уже тысячи статей и сотни книг, и тем не менее надо попытаться на этот вопрос дать ответ. Какая реорганизация мировой валютной системы нужна и как она может примерно проходить? Как мы знаем, Соединенные Штаты Америки в силу ряда исторических причин стали центром эмиссии мировых денег. Благодаря этому сложилась ситуация, когда мир производит это товары и услуги, а для обеспечения их обращения Соединенные Штаты выпускают деньги на протяжении нескольких десятков лет. Это дает им колоссальное преимущество и возможность обмена эмиссионных денег на громадные материальные ресурсы объемом там, в многие триллионы долларов. Другая позиция, обеспечивающая положение Соединенных Штатов и их доллара, состоит в том, что доллар является основной частью
частью мировых валютных резервов. Это можно рассматривать как беспроцентный кредит, который получают Соединенные Штаты. Ну и в конце концов то, что доллар используется для подавляющего большинства платежей в мировой торговле, это также дает преимущество Соединенным Штатам. И вот много лет этими преимуществами США пользовались, но в ходе развития финансового кризиса последнего, начиная с 2007 года, оказалось, что особое положение доллара штатам не помогло. Я не буду входить в особенности этого кризиса, они известны. Но дело в том, что очевидно, я думаю, какое решение приняли в Соединенных Штатах. Не только попытаться бороться с кризисом, но одновременно уменьшить объем своих внешних обязательств, выраженных в уже эмитированных долларах. Поэтому Соединенные Штаты пошли по интересному с точки зрения экономической политики пути. Они начали бороться с кризисом путем выпуска сотен миллиардов и триллионов новых долларов. Ну, во-первых, они руководствовались известным принципом, что вот финансовые учреждения слишком велики для того, чтобы обанкротиться. Они допустили, как известно, крах одного крупного финансового учреждения, там банка Lehman Brothers. Многие другие учреждения они спасли. Вместо того, чтобы заниматься там анализом плохих активов, расчисткой этих плохих активов, они за счет колоссальной эмиссионной деятельности попытались найти выход. Я думаю, что здесь цель этой политики не только борьба с кризисом, цель этой политики – обесценение доллара. Факт обесценения доллара уже признан Федеральной резервной системой и руководством Соединенных Штатов. Это чрезвычайно важно, потому что по мере обесценения доллара, естественно, доллар обесценивается у всех. Да? У нас с вами он тоже обесценивается, у кого он есть. Благодаря этому, конечно, Соединенные Штаты избавляются от необходимости выполнять часть своих внешних обязательств по тем долларам, эмиссия которых проведена. Поэтому ввиду обесценения доллара в мире идет тотальный рост цен, что также признано. Ну, наиболее яркое доказательство этого, это, как уже говорилось и раньше, это рост цены золота в долларах. Тройская унция, если вот к началу кризиса у нас, по крайней мере, на 15 августа 2008 года, цена тройской унции составляла 776,9 доллара, то в 2011 году в июле она была 1200 долларов, но сейчас уже превысила 1600 долларов. Одновременно рост цен пошел и ввиду увеличения спроса на продовольствие и сырье, и в целом мир идет вот по пути такой развивающейся и очень опасной инфляции. Украина на протяжении многих лет с момента выпуска в обращение гривны проводит политику привязки гривны к доллару. Поэтому гривна фактически падает, и она падает вместе с долларом и пока примерно на протяжении, после последней девальвации, в таком же темпе, как и доллар. В этой связи мы можем говорить о том, что гривна, конечно же, нестабильна, и данные, которые тоже публиковались недавно по темпу инфляции в Украине, они говорят об обесценении гривны. Нацбанк увеличил прогноз темпа инфляции несколько дней назад на 2011 год для Украины до 12%. Но большинство экспертов, и я тоже, считают, что будет не менее 15 по итогам года. Ну и другие статистические показатели, которые опубликовались Госкомстатом, говорят о весьма высоких темпах инфляции. В этих условиях, конечно, удержать даже паритет соотношения гривны и доллара очень тяжело и едва ли получится. Ну, причина также всем известна, она состоит в наличии отрицательного баланса товаров и услуг. За январь-май этого года он составил, по данным, опубликованным Национальным банком, минус 2 миллиарда 717 миллионов долларов. За прошлый 2010 год он составлял 3 миллиарда 800
650 миллионов долларов. И если этот баланс не будет уравновешен, то девальвацию можно считать неминуемой, потому что иначе баланс должен покрываться, ну, все новыми и новыми займами. Эти новые займы без конца получать невозможно.